Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу говорить на тему, которую назвал так – депрессия. Что такое депрессия? Депрессия – это состояние, когда люди умирают. То есть человек ничего не хочет делать, человек не хочет жить, человек не хочет ни с кем общаться. Жизнь, она серая, черная, зеленая, в общем, разноцветная, но только не белая. Ничего хорошего в этом нет. Человек как животное, живет по инерции, и жизнь его совсем не интересует. Как это изменить? Все очень просто. Обычно депрессия бывает тогда, когда у человека нет цели, нет призвания, нет того, чего он должен делать. Но мы знаем, что мы, верующие люди, должны обязательно иметь цель, призвание и двигаться вперед. Я думаю, что верующие люди, они просто не могут жить в депрессии. Почему? Потому что депрессия – это жизнь не для нас. Это для жизни для людей, которые действительно просто-напросто не имеют цели, не имеют смысла жизни, а значит, депрессии. Депрессию очень часто навязывают бесы или жители других миров. Их можно так назвать. Они просто свою грязную идею, свои грязные мысли навязывают нам. И мы впадаем в депрессию. А если со стороны научной посмотреть, что такое депрессия? Депрессия – это когда дух или душа человека, она в унынии. Когда человек просто деградирует. Вообще депрессия – это состояние не тела. При депрессии тело не болит. Депрессия – это состояние души. Обычно люди, которые в депрессии, даже те, которые Бога не знают, да, они могут поднять, точнее уничтожить свою депрессию при просмотре какого-то хорошего фильма, при прослушивании какой-то хорошей музыки. Депрессию можно победить. Бывает, конечно, депрессия очень серьезная, когда уже человек угнетен до такой степени, что его нельзя вытащить из этого состояния. Как помочь этому человеку? Если это не верующий, или даже верующий. Вот, все очень просто. Это человек должен познать Бога. Искать его по-настоящему. Обратитесь в церковь, и вам помогут. Депрессия – это место, а точнее, это состояние, это чувство, которое можно победить. До скорой встречи. Я хотел бы очень вас всех очень серьезно просить. Ту информацию, которую вы услышали, передайте мне. Или напишите мне на мою почту g.maxim@ukr.net. Напишите на эту почту, и я дам вам ответы на все ваши вопросы, которые у вас возникли. А также смотрите эти ролики на сайте YouTube. Удачи!